Парламентская делегация во главе с руководителем группы дружбы Грузия и Республика Беларусь Александром Кантария прибыла в город над Бугом, чтобы обсудить вопросы перспектив торгово-экономического сотрудничества и активизации двусторонних отношений между Брещиной и грузинскими регионами. Тема достаточно важная и актуальна для обеих стран. Потенциал, который имеется у регионов, не используется на полную мощь. А посему, это вывод всех участников встречи в облсполкоме, необходимо предпринять шаги, позволяющие улучшить и ускорить этот процесс. По уровню прошлого года товарооборот составил 70,9% роста, но реальные цифры могут быть в разы выше. Надо желать больше, лучше, надо его укреплять, развиваться. Я думаю, что для деловых людей расстояния не сильно такие же большие расстояния, их можно преодолеть, потому что если не на автомобильный транспорт, то воздушный транспорт, то было бы желание. И должны укрепить, углублять эти отношения. После распада Советского Союза, вы знаете, что как-то что-то, у всех свои заботы, у всех свои проблемы. И мы как-то не потерялись, конечно, но можно сказать, что издалека как-то смотрели друг друга. А вот пришло время, мне кажется, что у каждого государства свой путь развития, это не имеет значения. Мы, друзья, мы должны обязательно сотрудничать. На встрече Александр Кантария подчеркнул, что уровень белорусско-грузинских отношений идет по нарастающей по всем направлениям. Большую роль в этом плане играют и встречи с руководителями региона и ведущих предприятий, проведение контактно-кооперационных бирж, участие представителей деловых кругов Брещины в бизнес-форуме Минск-Батуми. Деловые встречи продолжатся обязательно, и ваши тоже там потом обязательно, и будет договор, и будут разные, наверное, интересные проекты, которые обязательно осуществятся. В всей сфере у вас очень много, чем можно похвастаться даже. Так что мы будем работать обязательно. У нас за прошлый год на четверть увеличился экспорт. И вот я буквально после подписания меморандума выезжал в Батуми, в Аджарию, с группой руководителей наших предприятий. И, в общем-то, это принесло определенный, так сказать, результат. Еще раз повторяю, мы на четверть увеличили реализацию продукции нашей. И это, в общем-то, в основном это наша переработка мясная. Инкофуд увеличил поставки. Значит, деревообработка, Санта, Бремер. Вот вы слышали, что они говорили, что когда мы называем наши брендовые торговые марки, они все кивают головой. Значит, да, у них это есть. Ну и, в общем-то, я считаю, что дальнейшее развитие, взаимодействие с ними. Вот в конце года ездили наши туроператоры туда, в Батуми, да. Там, обширная все-таки тропики, обширные возможности. Ну и ожидаем ответный приезд сюда к нам. Визит делегации из Грузии – это продолжение реализации достигнутых ранее договоренностей. В планах увеличение товарооборота между регионами, возможное создание совместных производств, которые позволят торговать на рынках Европейского и Евразийского экономического союзов.